столице прошли переговоры деловых кругов Узбекистана и Таджикистана в формате B2B. Мероприятие собрало на одной площадке более 400 представителей бизнеса нашей страны и около 150 предпринимателей из Таджикистана. О том, какие сферы вызвали взаимный интерес, расскажет наш корреспондент. Face-to-face, бизнес-to-бизнес. Именно вот в таком открытом и доверительном формате прошла встреча между бизнес-представителями Узбекистана и Таджикистана. Понятное дело, что акцент делается на долгосрочное и эффективное взаимодействие между предприятиями Узбекистана и Таджикистана. Для этого предприниматели из разных отраслей двух стран собрались для обсуждения текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества. Почти увеличился в 37 раз. И за 4 месяца текущего года товарооборот между Таджикистаном и Республикой Узбекистан составил 174 миллионов долларов США, что на 37% выше аналогичного периода прошлого года. И мы, как торгово-промышленные палаты двух стран, будем оказывать вам всяческое содействие для того, чтобы углублялись отношения. Данная бизнес-встреча, как ожидается, будет способствовать расширению взаимных поставок востребованной промышленной продукции, а также кардинальному развитию инвестиционного сотрудничества с реализацией взаимовыгодных проектов и программ в приоритетных отраслях экономики. Таджикская сторона пригласила на эту B2B-встречу порядка 100 компаний из всех регионов Таджикистана. Сегодня были все представлены регионы практически из Узбекистана, где мы охватили порядка 10 различных отраслей экономики. Две страны имеют очень большой потенциал, где могут взаимодополнять свои экономики, расширяя взаимную торговлю, чтобы мы выходили на целевые параметры взаимной торговли порядка 1 миллиарда долларов. Таджикистан входит в десятку основных топ-торговых партнеров, и мы надеемся, что оно даст новый импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений. В этот же день состоялось 5-е заседание Узбекско-Таджикского делового совета. Мы знаем, что в Узбекистане промышленность очень развита. И в этой связи, да, сегодня у нас имеются ряд успешных проектов и совместные предприятия, и контракты. И это с каждым годом увеличивается. Но есть некоторые моменты, которые, я думаю, что именно в рамках сегодняшнего мероприятия нам стоит, конечно же, обсудить. Были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Представлена детальная информация о перспективных направлениях торгово-экономической и инвестиционной сферах. Гости ознакомились с механизмами поддержки и стимулирования, привлечения иностранных инвестиций и реализации проекта с участием иностранного капитала. С узбекской стороны были представлены экономический экспортный потенциал плодовочной, сельскохозяйственной отрасли, текстильной отрасли, производства строительных материалов и других отраслей промышленности Узбекистана. Таджикские коллеги могли ознакомиться с возможностями различных отраслей экономики по наращиванию двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном. Я думаю, что вот эти мероприятия на этой неделе обязательно внесут очень серьезный вклад в дальнейшее укрепление и развитие двусторонних отношений между двумя братскими народами Узбекистана и Таджикистана. По итогам был подписан протокол, предусматривающий дальнейшую активизацию участия представителей малого бизнеса и частного предпринимательства, проводимых на базе торгово-промышленных палат двух стран.